Доброе время суток, вас приветствует разработчик программы Xender. В данном уроке мы поговорим с вами про функцию, которая называется рассылка по группам. Находится функция во вкладке рассылка, рассылка по группам. Кнопка взять из парсера означает то, что можно взять группы, которые находятся в парсере групп. То есть программа нашла определенные группы и можно нажать взять из парсера, и программа перенесет все группы из парсера в это окошко. Группы можно также загрузить из файла. Нажать «Загрузить группы из txt», тем самым выбрать файл, где находится список групп, и загрузить его в это поле. Также можно вписать вручную группу, например, там вот такие вот цифры. То есть ID группы можно указать групп, то есть вот. Можно указать полную ссылку на группу. И программа будет понимать, как работать с определенным типом групп. Отправлять заявки на вступление в группы. То есть, если включить данную функцию, то программа будет вступать в группу, а потом только делать туда рассылку. Журнал событий. Здесь отображается то, что делает программа. Например, там вступила в сообщество, там написала сообщение и все такое. Текст рассылки. Здесь указывается ваш текст, который вы будете рассылать. Текст можно рандомизировать. Можно загрузить из текста и можно просто очистить. Например, как рандомизировать текст? Написать здесь, например, вот такое слово, потом поставить сплэш, вертикальную палочку, и еще один текст, потом можно еще один текст. Вот. То есть я это, к примеру, провел. Соответственно, вот от моих символов можно вставить любой текст. То есть это просто для видео. Показываю вам, какой текст может быть. То есть количество рандомизатора, то есть рандомного текста не ограничено. Можно хоть сколько написать. Вот такой вот урок. Всем спасибо за просмотр.